В Твери ведется санитарная обрезка деревьев. Специалисты говорят, сейчас самое удачное время для того, чтобы привести растения в порядок. Для чего деревьям это необходимо, расскажем далее. Вот этим фотографиям больше 100 лет. Здесь у деревьев крона в виде шаров. Они не загораживают архитектуру и смотрятся аккуратно. В новом веке какое-то время на растения обращали мало внимания. Они росли, как росли. Несколько лет назад их снова начали приводить в порядок. И сейчас именно с набережной Степана Разина МБУ «Зеленстрой» начал обрезку в этом году. Березы. Поднятие кроны сделаем, а дальше, где пошли уже липы, там будет формулочная обрезка, чтобы в период, когда пройдет сокодвижение и распустится листва, деревья будут выглядеть очень культурно, эстетично, шариками вся набережная. Если формовочная обрезка – это скорее дань красоте, то санитарная необходима для того, чтобы вообще не потерять дерево. Ведь ему, как и человеку, нужен уход. На старых больных ветках деревьев скапливаются вредители и болезни, которые, если их в свое время не удалять, будут распространяться по всему дереву, что приведет к гибели этого дерева. Поэтому эта обрезка необходима. Сейчас работы ведутся на участке от сквера Гумилева до нового Волжского моста. Деревьев много, а начало сокодвижения специалисты ждут в этом году не в апреле, как обычно, а уже в марте. Зима ведь была по-европейски теплая, поэтому обрезка проводится уже сейчас. Для этих работ МБУ «Зеленстрой» в прошлом году приобрело вот такую небольшую вышку. Она не занимает много места на дороге, маневренная, и с ней во время работ ни одно дерево из вида не упустят.